North Korean leader Kim Jong-un inspected Russian nuclear-capable strategic bombers and hypersonic Kinzhal missiles on September 16, accompanied by President Vladimir Putin's defense minister. A smiling Kim was greeted in Russia's Novichi, about 50 kilometers from the Pacific city of Vladivostok, by Defense Minister Sergei Shoigu, who saluted Kim, who then inspected a guard of honor. Shoigu then showed Kim Russia's strategic bombers, the Tu-160, Tu-95, and Tu-22M3, which are capable of carrying nuclear weapons and form the backbone of Russia's nuclear air attack force. It can fly from Moscow to Japan and then back again, Shoigu told Kim of one of the aircraft. Применяемой стреловидностью крыла. В отсеках находятся 12 крыла. Две кассеты по 6 ракет. Ракету ХБД с дальностью более 6500 километров. А грузоподъемность данного самолета составляет 100 тонн. Это самолет Ту-95МС. Типа снаряженные 6 крылатыми ракетами. Да, поворачивается барабан. И каждая ракета сходит. Провернулась, ракета сошла. Да. Следующий самолет Ту-22М3. Сейчас мы доработали эту ракету еще новыми боевыми частями, которые увеличат ее мощность до 1700 килограмм. Председатель, разрешите вам представить дальнемагистральный самолет Ту-214. Это мощники, которые тоже... Штурмовик летает на предельно малых высотах. Мы там модернизированы. Под лучшие градиенты. Да. Он СМ-3. Помогает самолету быть невидимым для средств ПВО противника. Все самолеты, да. Все самолеты летающие со строевых частей. Здесь все никаких, скажем так. Да, Су-34, вам уже перевели, что у него конструкция аэродинамическая, похожа типа утка. Заправка воздуха. Да. Радиопрозрачное оборудование, здесь находится мощный локатор. При этом отстреливают средства активных помех.